Жители Донецка, не признающие киевские власти, взяли штурмом здание областной прокуратуры. Прокуратура оставалась здесь последним органом, который контролировался Киевом. В захвате здания участвовали, по данным СМИ, около 1000 человек. Силовики бросали в толпу светошумовые гранаты. В ответ летели камни. В итоге милиционеры отступили, и здание было занято протестующими. В результате столкновений пострадали 26 человек. У четверых из них огнестрельные ранения. Фашисты! 7 апреля в Донецкой области была провозглашена Донецкая Народная Республика. На 11 мая здесь намечен референдум о государственной самостоятельности. В связи с массовыми народными волнениями на юго-востоке Украины исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов подписал указ о призыве в армию. Ранее планировалось, что до конца года украинская армия перейдет на контрактную основу.